Представители общественного патриотического объединения «Брат за брата» – это байкеры из Словакии. Их организация создавалась с благородной миссией, как благодарность каждому герою Великой Отечественной войны. Они одни из тех, кто не хочет мириться с фальсификацией истории, а свою гражданскую позицию крепкие и мужественные словацкие парни предпочитают выражать мирным путем, участиями в мотопробегах и патриотических акциях. Сейчас знаете, как это в Европе, в Евросоюзе, но мы уже делаем много работы, чтобы мы бы показали молодежи, каких героев нужно благодарить. Но много людей уже нам делает поддержку. Это патриоты, которые посещали Волгоград, знаменование юбилея, значит, сражения в Сталинграде, приехали после к нам в Хатынь, вчера посетили вместе с нашей молодежью данный комплекс, который в прошлом году был объявлен решением главы государства всебелорусской молодежной стройкой, почтили также памятью, сегодня отработают частично нашу программу на семинарах. Основная цель и задача данной группы – это, по сути дела, изучение опыта работы с молодежью в Республике Беларусь. Но, как оказалось, много общего у байкеров и с представителями старшего поколения. Их объединяют патриотические взгляды и бережное отношение к светлой памяти героев Великой Отечественной войны. Именно поэтому встреча с членами Брестского городского совета ветеранов войны и труда стала по-настоящему теплой и дружеской. Когда они сегодня вошли в этот зал и с надписью «Брат за брата», это так волнительно, это так трогательно, потому что действительно когда-то очень многие народы стояли вместе против фашизма. И поэтому мы так хотим, чтобы эта память жила, чтобы помнили наши будущие поколения, современные поколения. Не ради просто памяти, а ради того, чтобы будоражить совесть, чтобы говорить о том, что такое фашизм, что он несет. Организация «Брат за брата», они говорят, что объединяет 65 тысяч словаков. Значит, это большая сила. И увидев сегодня, как мы с ними, ну, как я уже говорил, с открытыми сердцами, с чистым сердцем, с добрыми помыслами, я думаю, что они расскажут своим родным, знакомым, близким людям, что такое Беларусь, какие мы белорусы люди открытые, честные и готовы к сотрудничеству только для добрых дел. А главное, что действительно объединяет наши народы, это желание жить в мире и не знать ужасов войны. Мы будем делать все так, как чтобы все жили в мире, и, ну, как брат с братом, никогда мы все хотим мир. Действительно, единомыслие и поддержка всегда преодолеют границы и языковые барьеры. Особенно это должно быть между славянами, ведь мы произошли от одного общего корня, и важно не забывать об этом. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук ТВ».